Как не стоит сажать первую ступень ракеты? Сентябрь 2013-го – неудавшееся приводнение. Апрель 2014-го – первая мягкая посадка на воду. Июль 2014-го – развалилась на части. Август 2014-го – датчик двигателя вышел из строя. Ракета в порядке? Просто царапинка. Сентябрь 14-го закончился жидкий кислород. Январь 15-го закончилась гидравлическая жидкость. Ну, строго говоря, она-то приземлилась, просто не в целости. Апрель 15-го избыток боковой скорости. Посмотрите, это не взрыв. Это просто быстрый незапланированный демонтаж. Одна из посадочных опор не зафиксировалась. Энтропия. Печалька. Март 16-го. Неудавшийся посадочный импульс. С настоящей любовью вообще не все так просто. Май 16-го. Глюк радара. Май 16-го. Повреждены посадочные опоры. Июнь 16-го. Кончился жидкий кислород. Декабрь 15-го. Первая успешная посадка на Землю. Апрель 16-го. Первая успешная посадка на плавающую платформу. Ты мое все.